Ну давайте порубаем. Давай, да. Да что, патроны кончились? Да вы прикалываетесь, господи, я даже раскрутиться не успел. О, можно от этой подзаряжаться ведь, да? Ауч. Да, точно, от нее можно подзаряжаться. Я думаю, зачем эти батарейки? Оказывается, от них подзарядка идет. Или не идет? Подзаряд. А, понятно. Сделаем это. Еще всякая фигня разложена. Давай, 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 быстрее, быстрее! Да какого... Сразу, а, вообще? Я только хотел взломать эту штуковину. Меня сразу измельчили. Наконец-то, мать твою, ты и я. Рано говорить, наконец-то, блин. Когда я его уничтожу, тогда и будем радоваться. Сейчас измельчат и все. Долбаные укрытия. Этот альфа-цев какой-то инопланетный майнкрафтер, честное слово. Бурилка дурацкая. Предводитель, блин. Бурильная машина. Нет, смешно. Это мой костюм. Мы развили вашу технологию. Мой костюм троечка. И стринги в подарок. Я могу держать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Не надо мне нановизор, мне надо это сломать, пока по мне не вдарили. Заметил бы я это раньше, наверное, было бы легче. А может быть и не было бы. Подзарядились. А теперь уворачиваемся от ударов всяких дурацких инопланетных. Не надо. Тихо, тихо, не надо меня бить по балагалагама. В общем, если меня ударишь, то тебе будет плохо. Все, ты понял меня? Не надо, не надо, не надо, не надо удар, не надо приближаться. Он всех там этих пулеметные машины измельчил уже, что ли? Давай, 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 давай. Что еще покажешь? Какой номер у клоуна на сегодня? Я заряжаюсь и заряжаюсь, мне на все плевать. Какая уязвимость? А. Не надо нападения! Нет! Только не так! Минус культя! Ты задолбал меня притягивать? Фигня аркадная. Нет, я не похож на тебя. Совсем не похож. Да, по виду однояйцевые близнецы прям. Я лучше тебя.
Сейчас учился я покажу, в школе. На что способен? Ну давайте лопайтесь. Посмотрим, на что вы там еще способны. Надеюсь, эти батарейки не все уничтожатся, иначе у меня будут кранты. Че, все, батарейка иссякла? Нет, не иссякла. Так, все. И батарейка цела, это хорошо. Где оставшиеся противники? Тихо, я не вижу, куда я вообще иду. О, да ладно. Еще и броневик есть, оказывается. Не надо удар! Не надо удар! Не надо, не надо! Нехорошо. Бить маленьких нехорошо. Да не надо удар! О-о-о-о! Да ладно! Твою мать! Да вы прикалываетесь просто, это такой... Я не похож на тебя. Говнобос, честно. Совсем не похож. В игре, где вообще не видно ни черта абсолютно из-за того, что у тебя пленка эта дурацкая на экране. Сейчас я покажу, на что способен. Да, заряжаемся пока что. Да, у меня максимум. Но... А там была контрольная точка, что ли? Да не нужно, заканчивай. Если ты мне батарейку уничтожил, тварь, я тебя убью. Если не уничтожил, тварь, я тебя убью. Или они вообще неуничтожимы? Да подавить-то там уже. Уничтожали, уничтожали нормально. Теперь что-то не можем. О, замечательно, батарейка кончилась. Точнее, не кончилась, а ее уничтожили. Не надо тепловизор, я еще раз повторяю. Где следующая батарейка? Да, у меня уже по какой-то причине 10 патронов. Куда ты забрался, толстяк? Слава богу, контрольную точку хотя бы сделали. Я бы здесь запарился бы вообще уже в конец. Без этого-то. Ломайся. Сделаем это. Не надо удар, черт возьми, не надо удар, я прошу. Тебя сейчас ударит, парень. Беги лучше. Делай как я. А где батарейка? Батарейка есть. Неплохо. Да получи ты, тварь. Хорош, бомбина.
Тихо. Да здравствует эпилепсия! Бэй. Ну для чего? Ты же нужен лук, правильно? И он его использует единственный раз в игре, чтобы уничтожить главного пришельца. Лук просто ввели за этим в игру, чтобы использовать его один раз за игру. Интересно, такая большая махина, и мы сражались с какой-то карликовой его частью, с каким-то отростком, и победили с помощью этого. Майкл, выбирайся оттуда! Я попал! По-моему, он в большей безопасности, чем я в данный момент. Они прошли. Я тебя вытащу. Да он старый, пухлый, не надо. Он застрял, потому что много ел. Сам виноват. Пророк! Барнс, держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Как возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Так началась игра «Спор». Чем ты собираешься жертвовать? 10 рублей есть. Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Звони в техподдержку, чтобы эвакуировали. Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк. Барнс, держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно.